Здесь видно замок, толщина общего утеплителя 7 сантиметров, и вот замок. И он друг с другом так цепляется, а здесь запаивается при помощи обычного термопистолета фена. Так, называется это? Называется Тепофор. Тепофор здесь утеплителем укрывает. Ну, это видно, то есть получается за один день, за какой там, за несколько часов вчера сделали эту стену и ту стену, я как раз вам показывала. Так, а у нас тут леса образовались, настраивается. Так, нашили второй лист, вот так вот окошки обошли. И теперь с помощью строительного фена будет свариваться шов. Вот так вот он нагревается. И сваривается вот такой вот шовчик литой. И закрепляется саморезами длинными, вот с такими специальными шляпками. Так, а с этой стороны, ну, уже все практически доверху сделали. Домик все с этой стороны обшит. Боже мой, вид совершенно другой. А вот наша старая стена, как была погревшая на солнце, так и осталась. Никаких изменений у нее не произошло. Как чувствует себя Тепофол? Вообще отлично. Доска сухая, суши некуда.